Узаконенный бандитизм. В 2018 году я как поручитель, еще один товарищ поручитель, значит, и сам заемщик выплатили, значит, задолженность в августе. Они молчали, значит, а проценты копились, они ничего не сказали, значит, договор не закрыт. Они продали Платану, значит, коллекторскому агентству этот долг. Сейчас опять через суд выставили. Если сейчас опять выплачиваете зарплаты помаленьку, на дату решения, значит, это будет это выплачиваться. А то, что дальше, если долго выплачивается, опять будут проценты копиться, и опять они в суд подадут, получается, вот. Я узнал, значит, раньше такого не было. Значит, это в Чите сменилось этого банка руководство. И они вот такую фишку придумали. Я спросил, а как? Только если разом сразу долг погасишь, только так. Короче, блин.